Всем привет! Это «Украина на вкус». Вы, наверное, заметили, что у нас в программе есть множество рецептов с гречкой. И вот вам еще один. Ну что поделаешь, украинцы любят гречку, это любимая украинская крупа. Сегодня будем готовить соломаху. О, загадочно звучит, правда? Ну вот наверняка, если у вас много знакомых из Украины, 100% среди них есть человек с фамилией Соломаха. Откуда взялось это сочетание гречневой каши, точнее каши, сваренной из гречневой муки, и фамилии? Может быть, первым эту кашу сварил человек с фамилией Соломаха? Или же наоборот, людей, которые любили эту кашу, называли соломахами? Кто знает ответ на этот вопрос, лежит в глубине веков. И фиг ты до него докопаешься. Для ее приготовления нам понадобится гречневая мука, лук, сало, соль и подсолнечное масло. Гречневая мука – это не гречневая крупа. Это важно. Итак, для начала берем гречневую муку, заливаем ее холодной кипяченой водой и перемешиваем до однородного состояния. Далее ставим кипятиться воду. И когда она взбурлится, заливаем размешанную гречневую с водой муку в нашу кипящую воду, тщательно перемешивая. Судя по всему, вся глубина и весь смысл вот этого процесса заливания гречневой муки холодной водой заключается, во-первых, в том, что так не будут образовываться комки, когда вы будете засыпать просто гречневую муку в кипящую воду, а это возможно. А во-вторых, начинает выделяться белок. Мука как бы слегка размокает. Все, теперь, постоянно помешивая, варим кашу до загустения. Когда она загустела, добавляем растительное масло и продолжаем варить, помешивая. Пока каша на малом огне томится, мы готовим... На «за» начинается, на «жарку» заканчивается. Правильно, режем сало, потом режем лук, вытапливаем сало на сковородке и обжариваем в вытопленном сале лук. Возникает логичный вопрос. Чё эти украинцы так прицепились к этой зажарке? Так вы поймите, это же все самое лучшее, что может быть в кулинарии. Тут сладость лука, тут вкус сала, тут жир, тут шкварочки с хрустом. Ну, это же фантастика! Почему бы ее не добавлять куда угодно? Когда каша начала по внешнему виду напоминать вот эти вот гейзеры подводные, такой бульк, 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 добавляем в нее зажарку и тщательно перемешиваем. Потом можно еще чуть-чуть потомить кашу с зажаркой на медленном малом огне. Но так, чтобы они еще больше пропитались друг другом. Вуаля! Соломаха готова! Блюдо простое, очень вкусное, феноменально сытное и быстро приготавливаемое. Оскара мне за то, что я это выговорил. Это была «Украина на вкус». А какие у вас есть блюда, простые, подходящие на каждый день, но которыми можно накормить большое количество народу? Напишите нам обязательно в комментариях, либо в YouTube, либо на Фейсбуке. Все, пока.